Добрый вечер. Время кашки. Наша любимая пять злаков. И вот такой... Стоп, да подожди ты. И вот такую гречнево-рисовая каша. Сейчас я попробую. Начну с гречнево-рисовой новой кашки. Посмотрим, как... Ой! Стёпа, Стёпа! Ну, подожди. Стёпа, сейчас. На, 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 на. Зашла гречнево-рисовая. Это же надо, Степа, в такой неудобной позе. Скажи, для еды у меня все позы удобные. Маня, 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 ты упадешь. Давай, по ноге сползай, акуять. Акуятненько, Маня. Стёпа, ну упадешь же сейчас. Так. Не, не даст. Мань не даст. Пока не наестся. Сиди, терпи. Сейчас. Это ж как через такой слой орехов, Стёп. Да я держу, держу. В одной щеке уже съел. Сашик, не мешай ему. Все, может, пойдем нормально, посидим. Маня, иди на. Так, Маня. Вообще не реагирует на Кирилл. Ноль опасности. Стёпа. Алло. Банда. Подпихивает, щеку подпихивает. Мне нравится, как птицы держатся вместе. Вообще, конечно, уникально столько разных животных. И, в принципе, они мирно сосуществуют. Да, Сажик, ты где там? Ну, меня радует теперь, что вторая клетка для попугая все время свободна. Что, ты и в такой позе будешь принимать кашу? Но! Степа! Иди сюда! Иди сюда, говорю! Стёп. Иди, иди сюда. Быстренько.
Жуки. Кирюш, зашла бы ты в вольер. Давай, давай. Кирюшечка, заходи, 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 моя птичка. Заходи, моя синичка. Маня все-таки что-то стащила у Киры. Жочка. Ой, сколько у тебя. Опять перышков повырастало, да? Так, кто там? Кира, ты бы уже как-то вот помогала Жорику, я тебе уже говорила. Кто жена? Ты или я? Почему я должна делать эти процедуры? Мне, конечно, не тяжело. Но мне тяжело снимать. У тебя-то нет такого хохолка? Мой, мой любимый, мой. Вот уникальная, конечно, ситуация. Птицы сошлись, но Жорка ко мне по-другому относиться не стал. А по идее, когда кокоду сходятся, то он должен меня вычеркнуть из своей жизни, да, Жорик? Но этого не происходит. Мои хорошие. Мои красивые, да, красивые попугайчики мои, да, снова вместе. И ничего нам не страшно, да, Кирюша, это все скажи, чими стресс сойдет, да, перышки отрастут, и все будет хорошо. Да, да, мой красивый, мой самый красивый попугай, да. Шорка прям... Так, Маня, я понимаю, что у тебя платье и юбка, как у Киры хохолок. Но это ни о чем не значит. На Киру не охотимся. И только невозмутимый Бася наблюдает за всеми сверху, да? Басечка, я тебя даже не погладила. Да, мой мальчик. Ты понимаешь, они столько забирают внимания, а ты такой скромный все время. Нет, ну уже какой хвост. То, что он не оперился, скажи, я только слепой не видит. О, смотри, какой Сажик. Вообще такой котенок шкодный. Игривый. Ты что, зацепился? Нет? Все нормально? Фух. Манечка, ты к обогревателю? У тебя все как всегда? Да. Да, мой мышонок, да. Ты на своей подушечке, на любимом месте, возле обогревателя. Ой, как хорошо. Тихо, спокойно. И ни за кого не переживаешь. Охотничек. Копошата. Хвост любой. Вот обратите внимание, друзья. Какой он главный в доме, пока нет Люси? Хвост трубой. Как только Люся появляется, все. Сразу на руки или на ногу забивается сразу. Мама, спасайте. Дик. Так, ну, нужно готовиться к ужину. Вы гуляйте, я пошла резать фрукты.